На что акцент делали? Рыбалом вообще, конечно, что-то. Не, сейчас нормально. Но перерыва был 11-10, у них больше даже за падение было цены решить. Да, я пожалуйста, ваш комментарий по игре. За счет чего получился такой напряженный последний период? И вообще, как вам игралось против Николаева сегодня? В Николаеве всегда тяжело играть, это все знают. Как бы никто отсюда просто так не уезжает, все уезжают потрёбанные, так можно сказать. Ну, мы пытались навязать свою игру, ну, у нас отсутствует Влад Коренюк, один из основных бигменов, поэтому на подборе чуть не получилось, так сказать. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Ну, в целом, Питерсона, я думаю, очень хорошую работу мы провели, Близнюк, круто УЗ, много бросков ему. Да, он только 19 бросков сделал. Да. Обычно делает 26-27, в этот раз 19. В этом плане хорошо сыграли. Но в концовку завели там некоторые игроки, которые в Николаеве не так много забивают, забили сегодня, так скажем, больше своей нормы. И поэтому такая концовка произошла, в которой выиграли. Ну, поздравляю нашу команду, всех болельщиков нашей команды. Спасибо николаевским болельщикам. Очень приятно сыграть. Все. Спасибо.